Начинаем. Саш, ну как ты провел лето это? Ну а что-нибудь запомнилось? Да. Ну скажи, что соревнования. Хорошо. Саша, а у тебя лето запомнилось? Да, запомнилось очень хорошо. Мы жарили шашлыки в деревне, на речку ходили. Ясненько. Карина, а кем ты хочешь стать? Архитектор. Да, и что ты вот для этого делаешь, чтобы стать архитектором? Есть успехи? Конечно, Юсиф, надеюсь, ты с нами будешь еще долго учиться? Не уедешь в следующем году от нас? Нет. Останешься? А да. Помнить о школе будешь? Да. Скажи, Юсиф, да, какие предметы тебе больше всего нравятся? Информатика и физкультура. Физкультура. Илья, тебе нравится информатика? Да. Физкультура, да? А еще какие предметы нравятся? Ну, все. Все? Хорошо. Илья, а ты кем хочешь стать? Авиадиспетчером. А как папа, да? Да. Так, а вот учиться надо хорошо, как да. ты считаешь? А какие тебе предметы больше всего нравятся? Информатика, математика, физкультура. Ясненько. Да? Миша, а есть у тебя любимые учителя в школе? Нет. Нет, да? А хотелось бы, чтобы были все-таки? А? Нет. Саш, а у тебя есть любимые учителя в школе? Тоже нет. А друзья есть? Настоящие друзья. Есть, наверное, да? Хорошо. Так, а Юсиф, у тебя какие планы на будущее? Не знаю, подумаю потом. Когда это будет потом? Когда борода вырастет? Нет. Чуть-чуть раньше? Да. Ясно. Илья, у тебя есть планы на будущее? Ну, в колледж поступить. Какой? Ну, я не помню, там долгое название. Ну так, ну кого? Программист. Радиотехнический, наверное. Типа Саша, у тебя мечта есть? Ну, пока что тоже. Похудеть. Ясненько. Скажи, пожалуйста, Карина, у тебя любимые предметы есть? Есть. Какие? Математика. И все? История. История. Ясненько. Ну ты же хочешь быть архитектором? Ну, да. Да, но надо, наверное, любить какие-то гуманитарные предметы, чтобы знать историю. Культуры. Аня, как ты провела лето это? Хорошо, путешествовала. А на концерты дяди ездила? Один раз. Куда? Ездили в Питер, там были. У Ани дядя Сергей Михалук, лидер группы «Лето Степицкое». Так что, Аня, когда будет в Минске, когда-нибудь будет концерт, ты нас обязательно пригласи, всех своих товарищей. Катя, а как ты лето провела? Никак. Как-никак, плохо? Да. А могло быть хорошо. Могло быть. Могло быть. Кристина, а твое лето прошло хорошо? Хорошо. Ну, у вас этот год для некоторых может быть последний. Надо же думать, строить планы на будущее. Артем, кем бы ты хотел быть в дальнейшей своей жизни? Строителем. Так, после 9 класса пойдешь в 10 или останешься? Или будешь поступать куда? Поступать. Ну, пробуй. Никита, а ты кем хочешь стать? Архитектором. Архитектором, да. А уже курсы рисования, там? Черчение. Хочешь быть, да? Будешь поступать после 9-го, пробовать, да? Ясненько. Антон, а ты? Юристом. Юристом. Будешь учиться в 10 классе еще или будешь пробовать поступать в юридический? Я после 9-го. Ясненько. Ну, мне хотелось бы, чтобы ты все-таки остался, учился бы дальше. Даша, а ты? Я еще точно не определилась, но думаю поступить в лингвистический колледж после 9-го. Куда? Ясненько. Карина, ой, Кристина, а тебе какие предметы больше всего нравятся? А любимые учителя есть у тебя? Все нормальные. Все нормальные, ясно. Аня, у тебя есть учителя? Ну, вы по физике учительницы. Ясненько. Так, а предметы есть любимые, Аня? Физика, английский. Ясно. Артем, у тебя любимые предметы есть? Утка, информатика. Антон, а у тебя? Есть математика, информатика. Даша? Английский и русский язык. Катя? Английский и русский язык. Ясно, молодцы. А у тебя, Никита? Математика и черчение. Ну, хорошо. А вот надо любить еще и свой родной белорусский язык, кроме русского. Ну, так, хорошо. Ну что ж, наверное, я хотел бы вам пожелать, чтобы все ваши планы тут осуществились в дальнейшей жизни.
FM. Дорогие мои ребята, в этом учебном году вам предстоит действительно серьезное испытание. Это прежде всего экзамены за курс базовой школы. Мне бы хотелось в первую очередь пожелать вам что? Это здоровье. Оно вам необходимо просто, особенно в этом учебном году. Самое главное, чтобы ваши все желания, то, что вы задумали, ваши задумки, все они исполнились, чтобы экзамены для вас не были стрессом, чтобы они прошли в тихой, спокойной, такой доброжелательной обстановке, и вы показали действительно те хорошие, прочные знания, которые заложили в вас ваши любимые учителя. Ну и самое главное, это то, чтобы все ваши планы, все то, что вы задумали, ну, конечно же, сбылось. Так, вообще не надо брать. Так, пожалуйста, Илья, выходи. Ну, учебник в руках будет. Илья нам подготовил плач Ярославный. Так, Лев. Над широким берегом Дуная, над великой Галицкой землей, плачет из пути вля долетая голос Ярославный молодой. Обернусь я бедная кукушкой, по Дунаю речке полечу, и рукав с бобровой опушкой наклоняюсь, паяли я мочу. Далеко в пути вля забрали, лишь заря займется поутру. Ярославна полная печали, как кукушка кличет на иру. Солнце трижды свет... Что-то ветер злобный побиваешь, что клубишь туманы у реки, стрелы половецкие вздымаешь, мечешь их на русские полки. Что тебе не любо на просторе, высоко под облаком летать, корабли лелеют синем море, за кормой волны колыхать. Смотри. Вижу стрелы вражеские сея, только смерть видишь по земле, а зачем ты тем ее веселье, в кулях вверх развелся. На заре пузивлю почитает, как кукушка ранее весной Ярославна кличет молодая, на стене рыгает городской. Днепр мой славный, каменный горы, в землях половецких ты прожил, Святославом дальние просторы для полков кобяковых носил. Возле же князя господине, сохрани на дальней стороне, чтоб забыла слезы я отныне, чтобы жив вернулся он ко мне. Далеко в пути вли назабрали, лишь заряд и нет в пользу. Ярослава полная печаль, как и пушка кличет твою руку. Солнце где-то светло, с тобой все приветно и тепло. Зачем ты просто князем с тобой, жарким и не смотря на жгло? Зачем пустыни? Зачем пустыни ты без воды, с капитаном грозных поворотан, жарким стомило руки походы, горько без воды лопанша. Спасибо, садись, потому что ты единственный, который выучил. Нет, я еще раз. Дорогие мои дети, ровно 3 года назад мы с вами нашли друг друга и сразу почувствовали, что между нами существует какая-то связь. Я очень люблю вас. Я желаю вам, чтобы в жизни вы достигли всего, что запланировали, чтобы все у вас получилось. Жизнь по-разному можно прожить. Можно в горе и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно и так. На рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженное солнце достать и подарить его людям. Дарите людям добро. Мальчишки, девчонки, а также их родители, веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш, веселые истории в журнале. Начали?
Скучно не бывает, все это знают. Школа воспитала нас и выпускает, пролетает время, мы становимся умнее. Книги, поэзия, развиваемся быстрее. Красочные стены, кабинет с доской. Школа, это дом мой. Родители воспитали, дали советы, знания давали в школе. Учителям спасибо за их терпение, за силу воли. Любовь порой приходит в школе, ревность, измены, выяснение отношений на перемены. Чего только не происходило в школьных стенах. Я помню свой класс, свой первый урок. Дорогие ребята, вот и подошел к концу наш пятый год совместной работы, да и жизни. Впереди для некоторых дорога в большую жизнь. Кто-то поступит в лицеи, колледжи, кто-то придет в 10 класс. Мы, учителя, конечно, будем вам всем рады. Но всем, кто и уйдет, и останется, я хочу пожелать сделать правильный выбор дальнейшего жизненного пути. Это сделать, наверное, не так просто. Хотелось бы пожелать, чтобы этот выбор был осознанный вами по зову сердца, а не по желанию родителей или под влиянием друзей. И помните, что самое главное – это быть человеком. Оставаться им в любых ситуациях. Жизнь – это не всегда праздник. В жизни нужно относиться, в общем-то, серьезно. Это не всегда гладкая какая-то проверенная, удобная трасса. Это путь, на котором могут встретиться и кочки, ямы, ухабы, и даже траншеи. Хочу пожелать вам, чтобы таких препятствий на вашем жизненном пути было как можно меньше. И еще хочу пожелать вам крепкого здоровья. В наше время, увы, это проблема не только старшего поколения. И еще, всегда помните о тех, кто вас любит и ждет, кто верит в вас, надеется. Это ваши родители. Но не забывайте и о нас, учителях. Мы тоже были частью вашей жизни, как и вы нашей. Счастливого пути вам, ребята!